знаю, это совокупность вещей, я так тебе не скажу, кому что. Не знаю, я в футбол играл, наверное, футболистом хотел стать, хотя я просто играл, занимался футболом, ничего такого. Наверное, да, боюсь невкусной еды. Да, не знаю, каждый день хорош, что там вспоминать. Да, не знаю, как тут каждому свое, у меня нет ничего такого. Внимание. И дело вы получал. Ну, не знаю, немного везения и все, наверное. Успешно, наверное, да, чтобы просто нет, посмотрите на меня просто. На каждом турнире есть свои плюсы и минусы, где-то нет банально практис-румов, где-то еще чего-то, от случая к случаю. Ну да, да. В FIFA люблю поиграть. Не думаю, честно говоря, там что-нибудь по течению, если так можно сказать. Спасибо, конечно, фанатам, которые болеют на нас, поддерживают. Наверное, можно бесконечно извиняться за плохую игру, но что поделать. И спасибо, наверное, нашим спонсорам, которые, наверное, организовали этот буткемп и все прелести жизни, особенно компьютеры. Спасибо Омину. Отдельное спасибо Омину.